Hi. Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Как-то я рассказывал о том, что есть в Харькове такой мутный тип. Вот, его же пол Харькова, так сказать, не знаю, что его искать, блядь. Ебаный вот, уже бы хотели, давно прибили бы этого идиота. Вот, кстати, музыка моя играет, диджей Колдун проект называется. Вот, короче, я тут зовут его Владимир Николаевич. Отчество, могу сказать. Родился 22 ноября. У меня у деток ксерокопия паспорта есть, я не помню, где она там есть, но есть. Фамилия Семенькин. Ну, вы поняли, да, о чем я. Вот, фамилия сама за себя говорит. Вот, короче, мутный, он и в Африке мутный. Вот, кстати, мне довелось попасть в его мошеннические сети в позапрошлом году, в 2016. Вот. Ну, вот он в этом году написал, хочет купить диск. Ну, якобы хочет купить. На что он рассчитывал? Дебил какой-то, блядь. Ебаный рот, блядь. Он что, мало получил? Он же получил сполна. Получил, у него отобрали все, что он имел, все, что он у меня пытался спиздить, так сказать, ну, используя меня. Все отобрали. И как бы обжегся уже, так сказать. С огнем не шутят. Я ж огонь, блин. Вот. И вода не поможет. Я термоядерный огонь, блин. Так разгораюсь, что, блядь, мало никому не покажется. Моим обидчикам мало не покажется. Вот. Короче, пишет мне этот дебил, блядь. Вот он фанат Dark Electro, я понял. Suicide Команда хочет купить. Вот. И пишет, отправлено с телефона, могу купить за 100. У меня цена стояла 120. Я ему пишу, в убыток себе продавать не буду. 120 гривен и точка. Он мне пишет, типа, ссылку на Тиамат. Я там Тиамат выставлял поцарапанный за 100 гривен. Ну, так, немножко поцарапанный, читается, понятно. Типа, что тут цена 100. И пишет, не в убыток, 120, 100. Я пишу ему, слышь, а я посмотрел, кто это такой. Он там винил продает, короче, всякую хрень. Сейчас покажу его сообщение. Я ему написал, слушай, мутный, для тебя этот CD стоит 10 тысяч гривен, короче, чтобы не выпендривался. Вот его координаты, сейчас мы его найдем. Вот, перейти, раз и все. Он часто меняет эти, как его, ники, всякие профили. И вот он продает, значит, уже Фрунзенский район. Коррозию металла, вот цена была 450, уже 400, никто не покупает. Он мне кричал тогда, что типа, это самое. Кричал мне тогда, что диски никому не нужны, винил рулит, типа, вот винил, кому ты его продавать будешь, ты дебил, блядь. Вот, бы еще и БУ, слышь. Вот. Вот его телефон, можете позвонить. 099. Ну, 099-371-1247. Вот, есть такой перец. Владимир Николаевич Семенькин. Кличка мутные. Может быть, и кидает, я не знаю. Честно, нет. Ну, именно кидает покупатели. Хотя тут написано «Лекс-доставка». Можешь подсунуть что угодно, может быть. Так что мутные есть. На Фростере его нету. Он хитрожопый, хитро выебанный жидяра, блядь, я извиняюсь. Вот. Наверное. Вот. Он сам не хочет, он хочет чужими руками. Там есть люди, общие наши знакомые, которые продают его коллекцию и с этого что-то имеют. Ну, есть там такой саундчек, например, есть такой хлопец там. Вот, он продает фирменные диски, редко их это самое, ну. Вот, вот Абба туда, Абба. Вот, телефончики его 099-371-1247. Дебильный телефон, блядь.
Не мог уже себе нормальный виповский телефон купить. Вот он винил продает, 4 пластинки одним лотом. Кому они мелодия, кому они нахуй нужны мне? Еще неизвестно, в каком они состоянии. Купил, наверное, их по рублю. Вот он не понимает. Вот диски сейчас наоборот рулят, блин, и их покупают. Только по нормальным ценам, ну, более-менее по гуманным, а не так, как он там выставляет по таким баснословным ценам. Ну вот, ну, короче, вот и у него цены такие сумасшедшие. Вот Iron Maiden. Он не понимает, что, блин, покупательская способность у людей нету. Винил он, конечно, ценится, но у нас же бомжи в основном. Вот. И есть дешевле, где можно купить эти диски. Вот магазин этот, Music Hall, ну, коловорот, короче, в магазине в этом можно. Есть другие люди, которые возят намного дешевле эти диски, новенькое все там, и отвечают за товар. А это что, бэушное дерьмо, возможно. Винил, ля-ля-ля. Вот, винила тут целая куча. На кого она рассчитывает? Тут же бомжи они на улице. Винил, винил. Вот он винил. Как-то еду в троллейбусе. Смотрю, знакомое лицо. Село такое знакомое лицо. И смотрю, ему кто-то звонит на мобильный, на iPhone. Смотрю, знакомая уже там фотка. Думаю, интересно. И как раз это ж рядом было. И слушаю разговор, типа, вот чувак там, привет, как дела, там, не помню имя. Такая проблема, типа, винил надо продавать, никто не покупает. А тот говорит, а у меня в основном по дискам клиенты, по винилу мало очень. Короче, в жопе сидит, вот видите. Кто же по таким ценам купит, ебаный вот, перекупщик, блин. Глупый пиздец, Владимир Николаевич, он пытался опять ко мне в доверие войти. Он же тупой, блядь, или что. Хочет, наверное, в тюрягу сесть, наверное. Вот, я же теперь на него заяву в ментовку подам. В полицию, если будет выебываться, блядь. Кстати, подсунул мне своего подельника, такой здоровый хуй. Короче, типа с фонтом. Там музыкант, там, короче, начал мне в доверие втискиваться, начал названивать, наяривать, блин. Это самое. Я ему там помог диск один. Заказывал все диски и ему один диск. Это сам. Короче, столько главняка. И потом я понял, что они сообща действуют. И косуху этот мутный пытался продать через этого типа. Ну, короче. Мутный, иди нахуй, блядь. Я знаю, что ты мутный, знаю все твои козни, блядь. Я спец по безопасности, блядь, сука. И со мной лучше не связываться, а то опять попадешь в яму. Потеряешь все, что, блядь, награбил, сука. Вот, так что нечего ко мне лезть. Моя фамилия Вехов. А Вехов — это сильная фамилия. Я навожу справедливость, блядь, сука, и наказываю таких, как ты, сука. Сейчас.